Он, в общем, обычный блудливый кот. Она, безрассудно свободная кошка. Ему бы понять, что она его ждет, а ей, что он любит, и не понарошку. Он не аморален, хотя и не свят. Она не невинна, но не безнадежна. Ее приручить он, пожалуй, бы рад. Но в ней много нет, и совсем мало можно. В ней много не верю и много не надо. Она дарит ласки, но когти не прячет. В ней много сомнений, где ложь, а где правда. Но даже от боли она редко плачет. В ее безрассудной кошачьей судьбе нет ни постоянства, ни веры, ни верности. Так, все 8 жизней сама по себе. Но в этой, последней, ей хочется нежности.